Здравствуйте, мои дорогие игроки, я Армис Хирос. Подождите, Комс, как ты со своим беспонтовым кланом до финала КС дошел? Кто не знает, я раньше думал, что первый Мститель — это он так хайт меня, а сейчас это уже, так сказать, традиция наша. Чем больше он меня хайт, тем больше шансов, что мы победим. Кстати, я немножечко заболел, поэтому я теперь как хриплое чмо говорю. Зато у меня теперь не пидорский пищащий голосок, как мне пишут иногда в комментариях. Чё это такой голосок? Пидорский. Говорить я буду мало, потому что бой особо не будет такой мощный, да и вообще, что тут скажешь, да? Ой, ждём. Клан Розовой Пони решил на нас напасть, точнее, не решил. У него нет выхода. Кстати, меня очень забавляют такие игроки. Вот я бегу сейчас, смотрите. Сейчас негр бежит. И начнет вокруг меня шастать. Я не знаю, что это за игроки. Им, наверное, ну, делать нечего. Но ему нечего делать, да. Он стоит, ждет этого КС. А есть такие, да, вот я бегу, что-то делаю, выполняю квест. А вот подбегает такой вот типа фака и начинает вокруг меня кружить. Я не знаю, зачем. Так, давайте немножечко почитаем комментарии. Я замер, потому что что-то с неба летел сейчас, типа комета или что. Странно. Так, Комс принимает допинг. Ошибаешься. Допинг я уже... Блядь, допинг. Фу. Мстительушка, ну ты прям как мститель. Ой, ничего не понимаю. Ладно, сейчас понимаю. Нямушки. Нямушки. Где это? Хуйня, где? Блядь, громкость где? Сука, темно, не вижу. О, все. Погнали. Вот это первый Мститель прям вообще, да? Он как ван-ва-вангует. Все, молчу. О, не понял, что. Некр наши все запомни. Там, где некр, там Комс. Все, я свою миссию выполнил, я убил некр. Вы там добивайте своих. Ладно. Луки, мечи, все это не про меня. Видите, я что-то решил напасть, и в итоге я остался ни с чем. А вот некр хорошо. Бегает медленно, хотя он что-то удрал, по-моему. Но тем не менее, бегает медленно. Его можно загонять. Видите, а Лобсу хорошо против Лобов. Он всем шариком его догоняет, плюс еще может запулить в задницу им эту сюрикен. Блять, опять. Ну что ты? Вот, нет, не его нужно. Опа, а то он видит, что творит. Он начинает старение на всех ебашить. А если наши чуваки под старением, по ним дамаг проходит охрененно сильный. Поэтому надо его... Видите, я сейчас могу умереть. Ой, Свуд, нифига. Ох ты, Свуд. Я только что его увидел. Свудыч, ну ты зря, конечно. Это ты, конечно, зря. По губах, как горький поцелуй последней жизни, горлом хмель. Эх, жаль, что Свуд у меня в ЧС. Так бы я, конечно, почитал всякие опять оскорбительные, язвительные комментарии в мой адрес. Но, увы. Я его вытаскивать из ЧС не буду, потому что... Ну, я читаю, вроде бы не реагирую, но тем не менее осадок остается поганый, поэтому на это он и рассчитывает, когда пишет. Поэтому я просто взял без лишних слов и убрал его из своей жизни. О, видите, был лук, был меч. Я провел скилл и по обоим не попал. Почему? Ну, потому что не дано вару вообще всех валить вот этих вот классов персонажей. Луки все это... Где мой негр? Где этот братушонок мой? Где? Я хочу долбить. Кстати, когда меч делает вихрь, он всегда по умолчанию делает вихрь. Лучший скилл, по моим, так сказать. Ой-ой-ой, не настой, подожди, не бей меня, я хочу не умирать сегодня. Умер,
сука. Ну, в общем, я попрактиковался чуть-чуть и подумал, что лучший скилл это удивляется. Три удара, как он называется? Я даже название скинул за ними. Это лучшая вещь. Вот это. Чем хорош? Меч делает свой вихрь, который как имбовый, да? Но на его активацию требуется время. Он останавливается, машет своей культяпкой. И вот в этот момент надо его высекать. Точнее, не высекать, вот так. Даже если попаду под вопросы, у меня уже будет скилл, так сказать, в действии. И он получит тумаков. Вот таких вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Все что-то сдохли от старости. Некоторые просто от болезни. Оп. Некор сделал по мне старение. Начинает меня колпашить. Отнял почти половину хп. О, видите, подо мной такая вселенная. Горит. На эту сторону исчезла. О, как долго действует, да, вот видите? О, что, все умерли, что ли? О, я один остался. Предвестник. И так не должно быть. Почему я остался один, а ты при этом вообще еще и с полным хп? Это так нельзя вообще поступать в этой жизни. О, как хорошо сработал мой амулет. Все-таки амулет хорошая действенная вещь. Только что осознал, почему хулиган, который был в нашей ги, вместе с этим, блядь, сосудом, который не в нашей ги. Ну, вспомнил, хулиган же, он же выжил. Луки, сожгите меня, мститель просит первым. Судит нас! Играй на ощупь, вот этой какофонии ничего не вижу. Приходится по точкам ориентироваться. И побольше масс-атачных скиллов делать. Мстилик, он тебя в детстве бил, что ли? Да. Помнится, сожжите. Ой, боже мой, боже бой. Отвлекаете меня специально, чтобы я проиграл. Разными комментариями. Я же должен по сценарию мочить некро, а он оказался последним выжившим. Ну разве так делается? Я отвлекся, надо выполнять свою миссию. Оп, и тут он высекся. Ого. Вот видите, как сделал старение некро, плюс лук сделал лужу. И я стою под старением, в луже, и получаю охуенный дамаг. Богом забытый край. В этом и состоит баланс игры. Не в том, что вы один на один всем проигрываете, а то, что вы 4 на 4, если вы будете правильно высекать персонажей соперника, то вы выиграете. То бишь, видите, я как варвар, я осознаю, что мне не нужно бежать на мечей. Мне нужно бежать на тех, с кем я смогу совладать. А Лобсу, например, нужно бежать на других, потому что ему не надо бежать на некро, потому что он знает, что с некром я хорошо сдюжу и все свои силы кинет на другого соперника. Черный квадрат! Бесконечный тоннель! Из ниоткуда в никуда несет на... Так, он сдаем поебал, чтоб не бездели громко. По-моему, громче здесь только я пищу. Ты места не найдет себе душа. О, видите, хорошо, там в кучку попал, всех ушатал. Почти. Сейчас я, значит, КС этот смонтируем, выложим и еще серию Ведьмачка. Те, кто Ведьмачка смотрит, возрадуйтесь, я все-таки за него взялся. Бодренькую серию снял. 110-ю по счету, боже. Сколько часов моей болтовни там записано. Я в шоке. 2 минуты, отлично. Скоро конец. Всего и вся, что я любил. Черный квадрат!
бесконечно. Вот насчет баланса. Там, где Дримка выигрывает один на один, да, потому что он у нее редкий, охрененный. Он дамажит очень сильно, несколько раз по одному персонажу. То в пати 4 на 4 она наоборот, так сказать, ну, слабее что ли. И потому что соперников много, и ее редкий, он распыляется на всех персонажей. Что не делает ей никакой пользы. А вот варвар, он наоборот, в пати 4 на 4 раскрывается. Потому что его редкий, он может долбить вообще всех одинаково и одновременно. Вот. Дримка в 1 на 1 как бы рулит, варвар 4 на 4 начинает раскрываться, а Дримочка наоборот. Потому что если она будет кого-то месить, то я, например, могу подойти сбоку, сзади, спокойно к ней, она ничего не сделает, потому что она связана боем с другим персонажем. И я ее завалю. А вот с варваром так не проканает. Стоит сделать вихрь вот такой, и он будет долбить всех. Хоть ты с жопы, хоть ты, блядь, с письки подойди, не важно. Ну, Сурт, ну почему? Ты сейчас же можешь меня убить. Не надо так делать. Плохой Сурт. Суртович. Вич. Оп. Не бейте меня. Да что там за комментарии? Я, блядь, не могу почитать. Так, Комсяра, давай, я алмазную ставку. Алмазную ставку ты сделал? Ну, ты просто... Ну да, все, без лоха и жизнь плоха. Тебе дадут чуть-чуть больше того дерьма, который тебе не нужен. Это хорошо. Блядь, давали бы, блядь, ставки ебать эти красных алмазов. Ну, ты же купил за алмазы чуть-чуть, а выиграл в 10 раз больше, например. Ну, ты же, блядь, это же прекрасно. Почему нельзя так сделать, а? Суки. Фу. Да, победа досталась нам не тяжело. И все. Что там написано? Комус при всех, эти запуста. Не больные. Ну ладно. Так, этот бой не такой напряжный. Выиграли мы, значит, алмазы. У нас сейчас есть, как она называется-то, акция, да? На 30% скидочка на все, и поэтому нам можно все это дело потратить. Но на этом, в принципе, все. До следующих игр, они будут через месяц. Сильно не скучайте. Всем пока. А, чуть не забыл. Секунду. Заходим в ВКонтакте. Переворачиваем, начинаем читать. Симочка, попрошу его, чтобы еще в конце сказал «Сима Железная Леди». Я не знаю, что это такое вообще, к чему это, но... Сима, ты Железная Леди. Я и я вылетел, охуенно. Всем пока.